Скрип железа, правильное дыхание и напряженная работа мышц. В секцию троеборья подростки приходят, чтобы из угловатых мальчишек превратиться в спортивных юношей. В небольшой комнате есть тренажеры на разные группы мышц, так что при желании и усиленной работе результат будет заметен. Валерий Краснов среди всех спортивных секций города выбрал именно силовое троеборье. Я давно хотел прийти в тренажерный зал, чтобы нарастить мышечную массу, стать сильным, вот, чтобы у меня фигура была красивая, сильная. На первой встрече с тренером Валерию пришлось доказать серьезность своих намерений. Светлана усадила его на тренажеры и показала, какие группы мышц они развивают. Юноша внимательно слушал наставления тренера и старался правильно выполнять упражнения. День открытых дверей в клубе здоровья – это то время, когда можно обойти все секции, побеседовать с педагогами и выбрать понравившееся направление. Секция настольного тенниса – это еще один вид спорта, который могут освоить юные саровчане. Занимается с ребятами Ольга Федоркина. Я сама была ребенком, пришла. Мне очень понравилось, заинтересовалась так, что вот до сих пор тренировалась когда-то сама. Теперь свой опыт передаю ребятам. Со стороны кажется, что настольный теннис – самая легкая игра. Всего-то надо перекидывать легкий шарик через стол. На самом деле этот вид спорта требует от игроков серьезной физической подготовки, а также закаляет характер. Принимают детей в секцию настольного тенниса с 6 лет. Во-первых, он развивает реакцию, да, вот зрение. У тех ребят, которые слабое зрение, они вот здесь восстанавливают его, да. Затем идет закалка характера, потому что, ну, когда играешь на счет, ты стараешься выиграть, не сдаваться. В клубе здоровья также идет набор ребят в объединении патриотической и исторической направленности. Мальчишек и девчонок ждут секции фехтования и ролевого моделирования «Армир» – военно-патриотический клуб «Разведчик». Елена Грицкова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.